дружище, поставь лайк и напиши плюсик в комментариях за 3 секунды, если ты ждал Лего PUBG. Ребята, всем привет, и мы сегодня продолжаем вместе с мистером Жабой и Серегой играть в BrickLeaks. Кваквай, всем привет, ребята. Йо, ребята, всем здорово. У нас сегодня будет Лего Player Unknown's Battlegrounds. Давненько его не было, почему бы этот режимчик не записать. Короче, небольшие нововведения. У нас, во-первых, новые появились парашюты. Да, ребята, это совсем не похоже на парашют, но эта штука реально намного лучше работает старых парашютов. Вот реально на 100% работает. Какая-то не капсула, знаю, кто знаешь? Придумал, да-да-да, это какие-то уже, ребят, капсулы, но больше, не парашюты. Офигенная. Но да, реально, очень-очень классно работает. Также небольшое нововведение, у нас появилась новая машина, сейчас где она, вот она. Короче, у нее есть пулемет, но с пулемета нельзя стрелять, пока ты сидишь за водительским сиденьем. Нужно пересаживаться за вот эту вот сидушечку, на вот эту, точнее, сидушку, и стрелять с пулемета. Ну, короче, она находится... Не буду палить, где? Я, в принципе, знаю, ну ладно. Давайте начнем. Так, это мое. Это мое? Ты ёб моё. Так, ну давайте. Раз, два, три. Я уже лечу. Ну да. Так, вот смотрите, ты раскрываешь, и он очень сильно тормозит. Все, теперь скорость нужно развить. Побольше. Да, да, вижу. Мы еще, ребята, правда, не испытывали этот парашют на высоте, так что реально сейчас кто-то может зафейлить. Если кто-то умирает, ну вот, в принципе, я лечу нормально. А что, Антон, вы без смерти отрубили? Да, он вровень летит. О-о-о, еле-еле затормозил, ты прикинь, Слав. Я тоже раскрываю. Не, он почти моментально тормозит. Ну такое, с высоты не особо уж ты. Нормально, нормально, нормально. Ой, сейчас кто-то помрет! Так, я вижу Мишу. Неужели это будет Миша? А, забывай, не забывайте отрубить бессмертие. Интерфейс. Ага, а, блин, а как спрыгнуть за создание? Ну, хотя, ладно, спрыгну, я не неудачник. Не неудачник. Я нашел пистолет. Ой, ну и расстреливай обязательно таблички, не забывай. Так, это мне за кого заходить? Ага. Да за любого, кого-нибудь. Желательно, чтобы это была противоположная команда. Да, отрубайте, чтобы мы друг друга не видели. Я уже отрубил. Все, я тоже отрубил интерфейс. Так. Так, ну я знаю, где машина, в принципе, находится, но, блин. Блин, пацаны, а где машины-то все? А я знаю, где машины. Я тоже знаю. Я еще рассказываю, всего три машины, сколько там, три или четыре пистолета и две этих два ассалт рифл. Короче, два автомата. Еще есть снайперская винтовка. Я тоже знаю. Но пистолеты мне уже не нужны. Я знаю, где машины находятся. Они, короче, подсказка, по кругу находится города. Вокруг города. Знаю, возле дороги. Пистолеты? Там. Нет, машины. Пистолеты и оружие внутри больше города. Там. Так, ну всё, я нашел себе assault rifle. Да? Да, все отличненько. Нифига себе, молодец. Нифига, а я не помню, блин, подожди. Я не знал, где она стоит, А я не помню, где один assault rifle. Он где-то вот здесь находится один. Ну, а еще, кстати, на наших машинах есть неуправляемая ракета, просто ракета. Вот, такая штука. Ебо, я еще машину нашел. Ребят, я походу счастливчик. Я вообще бежал к другой машине. Ну что, ребята? Где вы там делись-то? Ой, по мне стреляют, пацаны! Ай, по мне стреляют! Это, наверное, Слава. У него автомат. А, нет, у него такая машина, блин. Серега, лучше к нему не ехать. Но там вообще. Не, прикольно, прикольно. У нас, кстати, еще не было, да, вроде перестрелок прямо на машинах. А как ты с машины стреляешь? Я тоже это в этой же машине. Так да? Они все одинаковые, у нас все одинаковые машины. Так, ребят, еще один пистолет, я его уничтожаю, все. Так, здорово. Ребята, я нашел еще один сюрприз. Какой хороший сюрприз. Так, поехали. Не, никакой. Ну, короче, Серега, у тебя автомат? Да? И у меня. Ну, Миша, все. Понятно. Ну, вы все знаете, потому что... Я не знал, кстати, я не помнил, где я... Ты ставишь! Хорошо, слушай, давай так, после этого раунда ты все расставляешь, чтобы мы даже не знали. Реально, будь честным. Нет, нет, расставишь. Реально, еще реально, ребят, вот сколько мы записывали этот Лего Паб, ни разу Миша ничего не расставлял. Все время я расставлял. Тихо, я слышу, где-то кто-то едет. Рядом. Кто-то где-то едет. Да. Угу, рядышком. Во, привет. Ты стреляешь по машине, братан. Я можно в той стрелять, машине. Можно все стрелять. Все делать, все что угодно можно. Я тебе колеса, Миша, пробил. Ну, да пофиг, она все равно ездит. Не забывайте, у нас еще зона через минуту где-то будет сужаться. Блин, что ты? Серьезно? Как ты убил? Меня Миша вальнул. Ну, мне кажется, у него там вообще ОХП осталось. Спасибо, братан. Ну там уже у тебя лоу ХП осталось, Миша. Нет, нифига. Да не каким образом-то? Как? Ну, да, как? Молодец, Миша. Видите, ребят? Откидрил. Забираю у него автомат.
Да-да-да. Короче, лутай его. Обхитрил. Да, блутал. Лутать можно, забирать весь лут, который был у этого человека, которого ты убил. Тебе жопа. Ой-ой. Не-не-не, иди-ка ты нафиг, Миша. Капец, жесть. Она бронирована? Нет, она, ребят, не бронированная. Да? Слава, Слава, давай, тащи, отомсти за меня. Ну раз... Чё она, стоп, не крутится? Быстрее сядь! Все, поехали, ну вы нафиг. Ой, сейчас что, мне в ракету попадешь, и она взорвется. А чё у меня не крутится, погоди? Я 3 раза тебе попал с автоматом, блин. Давай, Миша. Сложно это все постоянно переключаться. Ну что, побежали, значит, искать Славика? А чем его искать, если он... Я никуда и не прятался. А, вот ты где. Где я? А Миша где? Он что делает? Откуда он стреляет? Вон он там где-то спрятался. Он в деревья где-то. Вот, блин, этот вьетконговец. Давай. Ой, хорош, ой, хорош. Ты взорвал ракету. Миша просто затащил, молодец, да, ребят, жесть. Это был эпик. Ну неудобно на этих машинах вот так вот воевать против человека, надо было выпрыгивать. Окей, ребята, теперь давайте сейчас Миша все здесь переставит, и мы продолжим. Да, поехали. Ну все, ребята, мы все переспавнили, реально теперь не знаем, где все что находится. Да, давайте, полетели. Полетели, я уже полетел. Полетели. Я тоже полетел. Не, я немножко вот сюда, в город переспавнюсь. Так, я лечу. Лети, лети. А то куда-то в поле вообще летел. Так, нормально. Да, серьезно. Я сейчас максимальную скорость хочу развить. Ой-ой-ой. И отрубайте сразу бессмертие. Ладно, пока можно смотреть. Так нет, бессмертие же. Ой, Славик сразу к автоматам полетел. Интерфейс отрубайте. Я нашел автомат. Вот засранец, случайно. Ой-ой-ой, я вижу кого-то, сейчас по мне стрелять что будет. Ой, второго я вижу. Кто там падает жестко прям. Все, ребята, ох, как идеально просто. Все, побежали за оружием. Жалко, здесь кулаков нету. Я видел Славика. Я тоже себя видел. Загнобил бы тебя с кулака. Ну, загнобил бы. Ай-яй-яй, в смысле, откуда ты здесь появился? Минус Слава, отлично. А как ты пробежал оттуда быстро? Как бы, типа, я за домами стрелял, тебя высматривал. Где вы там стреляете? А, я просто знал, он такой рядом. Я что-то, блин, не знаю, на своей совести решил из-за автомата. Ой, из-за... вылезти. Блин, убил! Серега победил! Красавчик, да! Давайте еще разочек. Ну все, ребята, давайте, в принципе, продолжим. Да, погнали. Один, так, М, F. Да я уже сел давно. Полетели! Так, все, полетели! Все, полетели. Развиваем максимальную скорость. Да-да-да. Все от первого лица, самую максимальную, просто самую максимальную, ребят. Так, лечу, аккуратненько. Лети. Е-е-е, я приземлился. Уже? О, не ушли ли я в удачном месте? Успешно. В удачном месте приземлюсь. Ну, давай, быстрее. Ну, в воздухе чисто повис. Так, все, я отрубаю интерфейс и побежал. Да? Сейчас меня опять убивают, да? Ну, да. Так, да, я что-то нашел, Снайперку я нашел. Капец. Ой, ходу минус Миша, да, будет? Да, Миша? А ты, так нельзя, слышишь, Серёга? Я первый залутал. Всё это моя, Серёга. В смысле, Миша, я первый прижал, залутал его. Нет. Я сломал табличку. Кто сломал табличку? Каким образом он... Каким образом, если даже оружия не было, как ты мог сломать табличку? Ты... Я взял снайперку, потом ты взял снайперку и сломал. Ну, он кто первый сломал табличку? Ну, я, значит. Первый сломал табличку, как бы. Всё, ты мёртвый, иди отсюда. Нет, не мёртвый, ты меня ещё не убил. Всё, я еду Славика искать. Я успешно от тебя убежал. В смысле ты едешь, Славик? Ты едешь? Да. Ну я ж снайпер. Чё так всё жёстко, а? Чё у меня нет машины? Ой, Серёга уже обрадовался, снайперку взял, блин, начал меня расстреливать. А не сломал табличку, блин. А что нахрен, я забыл. Смешно. Серёга, осталось автомат искать. Вот так можно нубов в Лего PUBG обманывать. Нубов. Я Славу вижу. Да? Да, вижу, Слава, слышу Мишу. О, попал. Ошибись. Я по Мишу. Ой, это кто там ходит? Это я по кому попал? Ой! Да капец! Боба это снайперка, да что такое? А кто это бежал за Боба, обычного цивилианца? Я. Так а что ты бегал? Я по тебе стрелял, вот и спалился.
Не, я тебе... А что мне еще делать, оставалось, слава? Просто мертвым лежать на земле. В смысле? Я не мертвый, я живой еще. А, ты еще живой? Я вижу, это кто у нас? Это мистер Жаба. Я вижу Мишу. О, где? А где он? Где Серега? Он стреляет. Где Серега-то? Я тоже не помню. За домом, что ли? А, вот он. А Миша меня не видит? Нет, они сейчас увидят. О, видел. Я его слышу. Капец. Попал. Капец! Серега победил. Ну давайте, ребят, последнюю катку сейчас мы сыграем. В принципе, поехали. Ну давайте, ребята, все, последняя катка. Все, в этот раз я хочу прийти в центр города. Я не знаю, все время какую-то задницу лечу. Вот, давайте, ребята, я уже полетел. Я тоже полетел. Ну, парашюты, кстати... Ну, летите, пацаны, летите, да. Хорошо, я, да, потому что тормозя, еще я ни разу на нем не помер, но им нельзя управлять. Да-да-да, только если вниз падать. Ой, мне пипец, походу. Почему? Хотя нет, не пипец. О, ё-моё, как я аккуратненько приземлился. Угу. Аккуратненько приземлился? Да, прыгаю с крыши дома. Все, я отрубаю бессмертие. А у меня... Ой, бессмертие. В смысле бессмертие? Интерфейс, я все время их путаю. Спалился, слава. F9, короче. У меня 1%. Пистолет, у меня пистолет. Я тоже вырубаю F9. Чтоб не было, да, заметно. Я потом включаю все равно интерфейс, когда я беру какой-то класс, и я чтобы понимать... Так, это что? Кто стреляет? По мне, что ли? Это пистолет? Нет, это пистолет. О, пистолет. Так, это вроде у нас Assault Rifle. Нет? Сломал табличку. Отлично. Побежали теперь. Искать дальше дроп. Самое главное, ни на кого не нарваться. А то будет опасно. А что если я возьму два пистолета, это будет считаться? Так. Кто мне расстреливает колеса, алё? Не знаю. В смысле, ладно, кто? Минус. Откуда? Еще один пистолет. Но автомата все равно уже нет. Или есть? Нету. О, точно. Я его забрал. И Серега забрал, да? Вроде. Нет. Так. Ой, полился. Где же все пацаны? Не знаю, я вот бегаю, никого не могу найти, только Славу увидел на машинке и все. И убежал в кустики, вот засранец, а? Вот засранец, вот шустрый. Так, снайперка, мини. Моя снайперка. Ой, и снайперка, идите-ка вы нафиг, своей снайперкой, я выезжаю отсюда. Вот мне бы, блин, снайперка, у меня очень выгодная позиция вообще, но у меня пистолет. Буду выцеливать с помощью пистолета. Да не получится у тебя ничего. Да у меня супер позиция, понимаете? Супер позиция. Это стоянка, что ли? Какая стоянка? Такой, а как ты догадался? Какая? Блин, мне Серега колесо пробил одно. Подожди, а какая стоянка? Автостоянка. А, нет, не автостоянка. Значит, какой-то небоскреб. На небоскребы, кстати, нельзя залазить. А почему? Блин! Ну потому что это неинтересно. Вы помните, что у нас было, когда мы на небоскребы залазили? Блин, Слав, я только... Просто телепортируйся вниз, телепортируйся вниз. Это просто будет неинтересно. Вот именно, сейчас займете позицию и в итоге залезть, чтобы... Ты помнишь, как залазить в этот небоскреб? Тупо на лифте. А от лифта ты будешь контролить со всех подходов. Если даже туда залезешь, ты уже будешь знать, что к тебе еду. Это неинтересно. Сейчас... На домике можно залазить, там, где можно прыгнуть. А, блин, а я оттуда спрыгнул. На небоскребе. Я вижу тут на небоскребе. Ну, сейчас ты меня убьешь, естественно. А хотя бы один выстрел сделаю и вниз сразу. Ой, по мне стреляют. Вниз давайте. С небоскребов, это неинтересно будет. Давай, да, Серегу зажмем. В смысле меня зажмем? Серега что-то хотя я далеко сегодня. Очень даже. Так нечестно. Ой, слышу выстрелы. Славик, ты близко, да? Это уже зона сужается, да? Кто по мне стреляет, я не пойму. В смысле, откуда? А! Попасть не могу! Да, что ж такое-то? Иди нафиг, Серега. Мне кажется, ли здесь кто-то был? Нет! Вообще попасть не могу. Попал по тебе? А вы где? Немножко. А мы-то стреляемся. Где? Я придумал план, короче, блин. План капкан? Да. План капкан. Ну и что, он не работает? Взорвал бочку? Ой, это Миша! Ай-яй! Ты что творишь? Что я творил? Ты что так пугаешь-то? В смысле пугаю? Я не пугал тебя. Я ж испугался. Ой, там... И Славик стреляет, да? Вы меня решили зажать, черти! Есть. Ну капец, ну жесть. Так, ну Миша, теперь один на один. Я меня убил. Чё, смогу его убить? Наверное, да. Не знаю, братан. Всё возможно. Давай, Миша скилловик. Миша бомжовик. Скилловый.
Миша бомжовик, а не скилловик. Бомжевик? А, у меня пули кончились за Серега, ну что ты делаешь? Ееее. Блин, если бы... Вот ты, блин, подставил меня, Серега. Да, именно я подставил. Я, кстати, вас двоих убил. И Серегу. Красавчик. А я Мишу подставил. А где Серега? Где его труп? Да вот он. Где? Вот, да вот. Здесь, а, он уже живой бегает, да что ж вы трупы вот никогда не оставляете? Ладно, ребята, при этом все. Вот такая вот на сегодня катка получилась. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Ну и, короче, еще будет обязательно продолжение Лего Пабга. Всем пока-пока-пока-пока-пока. Всем пока-пока.